Точно, ты на месте. Подключись к отмеченной консоли. И я тоже подключусь. Фейт, как только я начну захватывать хабы, тебе нужно быстро добираться от одного до другого. Я на месте. Подключаю тебя. Начинаем. И теперь к следующему. Быстрей! Уже иду. Нам дали 3 минуты. Никогда не признает всю сложность моей работы. Я у второго хаба. Подключаюсь. Отлично. Я нам выиграла немного времени. Переходи к последнему. Есть. Видите, все работает. В самом начале игры еще работали. Что-то, что тебе не по силам. Разумеется, много всего. И потом мне придется временно залечь на дно. Все, что я делаю, оставляет следы, и рано или поздно сетевой контроль зацепится. Даже если они дураки. Скрыть все бойцов Крюгера.
все больше и больше. Данный боец. Повышенный урон бойцам. Данная тактика нападения обороны, а также сведение об оружии. Дальний бой. Штурмовая винтовка К5. Большой урон. Малая уязвимость. Не рискует открывать огонь в направлении своих. Высокоподвижные цели. Большие уязвимости. Атаки на ходу. Я, в принципе, да, с ними средней кнопкой мыши хорошо воевать. Они не блокируют. Так, ну у нас теперь по ним же это дополнительный урон идет. Правильно? Повышенный урон бойцам. Идите к пластику, осколок. Пластик и доктор Майера закончили работу над вирусом для отражения. С его помощью вы сможете разрушить проект отражения и спасти Икара, доктора Майеру и миллионы других жителей города Зеркал от эмоционального порабощения. Отправляйтесь в убежище Пластик и заберите вирус. Доктор Майера и Пластик скажут вам, что делать дальше.